Прическу тебе делают? Да. Ну-ка посмотри на меня. Да не мне красиво. Я буду. А чё это мы капризничаем-то? Кто этот торт мороженое не хочет сегодня, не пойму. Кто капризничает-то, а? Коко. Смотри на меня. На меня посмотри, на меня. Фонтанчик. Вот такой задорный фонтанчик мне нравится. Руки вытерла? Да. Да. А тут еще и папа нарисовался. Ань. Что у нас за праздник сегодня? Годовщина свадьбы родителей. Годовщина свадьбы родителей. Седьмая годовщина. Седьмая. Да? Это что, 7 лет родители уже вместе, да? Как поженились 7 лет уже. Да. А ты что кушаешь там? Ну-ка. Пицца у тебя там? Да. Так еще тут плов был. Плов, блядь. Это был перец болгарский. А вот чизкейк. У тебя вечно? А нет, у тебя обязательно. Но мама тут чесночную булочку режет. Вот, все, можно брать. Да. У меня сиплет на пиво. Нас надо вместе снять. Готов, у меня сиплет. Ну, забивай нас вместе. Нас сними нас вместе. Нет, я со мной надо. Попадаю я? Да. Да? Да. А это тоже важно. Ты на видео включил? Да. Кушай, кушай. Ты моя красавица, жена. Она красавица, жена. Какая вот? Как мне повезло с тобой. И с тобой тоже повезло, да. А нет, мажет, да тебе Деечки мои, деечки. Мои деечки. Мама, меня сними с Анютой маленькой. Давай, конечно. Буду твою пиццу есть с тобой в одну минуту. Кто это там не машет? Ну, рассказывайте. Анют, рассказывай, сколько мы с папой лет уже живем вместе? Сколько? 7 лет. А тебе сколько, маленький пассажир? Большой пассажир. Сколько лет? Да. Скажи. А я продукт любви, меня зовут Анечка. Я продукт любви. Ну, когда говоришь, нужно руку убрать и четко сказать. Ну, ты скажи в камеру громко. А я продукт любви. Я продукт любви. Меня зовут... Анна Голд. Громко надо говорить. Я продукт любви. Ну, что, сразу? Я продукт любви. Меня зовут Аня Голд. Меня зовут Аня Голд. Молодец. Давай я тебя сниму. Да не надо. Ты же меня сфотографировал уже. Ой, снял. Кушайте. Какой чайник такой, мам. О, какой тут чизкейк у тебя с вишенкой, да? Зеленый чай с цитрусами. Да, лед там. Угу. Холодненький. Кушай, а для чего лед? Чтобы разбавлять чай. Дайте комнату, поскольку.
Кушать. Что ты кушаешь? Что-что? Ну сначала проглоти ее. Какой аппетитный чизкейк у тебя. Вкусный, что ли? Нравится? Полет шмеля. Мама, че шебуршишь там? Не расскажу. Анюта грибы подвинула. Подожди, как села. Грибы все подвинула. Ну что, вишенка? Вкуснятина. Да. Бизёбэй. Ань, да главное, я близость. Ну ладно, улыбнись мне. Давай, давай. На меня посматривай. Посмотри на меня. Угу. Давай еще. Ну-ка попробуй стряхнуть снег с елки. Да. Вот, нога застряла. Даже две. Ну вылази из снега, вылази. Сюда. Вон туда, на серединку. Сюда. Правее. Да. Да, да. На меня ползи. Вставай, не валяйся. Давай поползи лучше немножко. Мягкий. Я к тебе иду. Ой! Сугроб по колено. На меня смотри. Оу, давай, поползай. Поползай немножко. А встань на ноги, Ань. Провалишься? А ты подпрыгни и провалишься глубже. Иди сюда, ползи. Подкинь снег. Подкинь снег. О, еще. Классно. Давай еще. Еще кидай снег. На меня смотри. Ну все, вылази, малыш. Ну давай, лази еще. Поползай, поползай. Хорошо, пушистый снежок, да? Здорово. Далеко поползла уже. Сюда возвращайся, сюда, к нам ползи. Кто там покатился-то? Идем сюда, Анют, пошли. А то у папы ручки замерзли уже держать. Выходить не хочу. Посмотри на меня, довольный ребенок. Да. У меня есть рыбка. Покажи. Что это за шарик? Покрути его, какой там дырочки имеются? Да. И что это там внутри? Рыбка.
Вот такая будет рыбка, да? Да, какая? А зачем тебе банка? Банка, то опустить его. Опустить? Да. И что будет происходить? Потом он вылупится через 2 дня. То есть это икринка рыбья? Да. Рыбье яичко, да? Да. Ну, опускай его в водичку. Плавает. Плавает? Утопи его в водичке. А он сам утонул уже. Ну ладно. И раз, эксперимент начался. Посмотри на меня. Ну вот смотри. Теперь каждый день будешь заглядывать туда. Да. Банку ставь вон туда, в уголочек. Пока что я смотрю. А Little Big Planet? Да. Там дырочка. Все, он теперь разбухать будет. Подожди, пошли. Ба, а там беленькая. Немножко беленькая, наверное, поцарапали. Ничего страшного. Или снежок попал. Ну, вот там беленькая. Сейчас снимем. Ну, хорошенький. Хорошенький. Ясно. Ну, давай ставим в уголок и пойдем играть. Он все равно долго будет теперь вылупляться там. Вот туда давай поставим. Ну, давай. И каждый день ты ее навещать будешь, да? Да. Отлично. Вот, а так он будет овальным и большим. Ага. Он был в коробочке вот здесь, да? Вот так. Ну, складывай, коробочку рядышком можно поставить. И вот так вот сделаю. Вот так вот. Угу. Палочки сюда. Вот. Сколько лет у тебя, нет? Нет. 3,5? Нет. А? Нет. 6,5? А игрушка для 3,5 лет, да? Папа. Книжечка есть там у тебя с рыбками? Да. Продемонстрируй мне рыбок, ну-ка. Ага, ага. Вот такие рыбки там должны получиться. А здесь можно написать. А это для заметок. Записывать будешь, как она развивается, твоя рыбка. Да. Ясно. Ну, все. И возвращаемся к Little Big Planet. Где там наши человечки-то? Я вот это, я сижу. Сейчас я тебя сниму, ну-ка. Я сижу. Так, вот это Анюта. Я встал уже. А ты вот. А я вот. Это что такое у тебя на кухне? Мороженое. Такие мороженки, ну-ка. Ну кусай, кусай прям. Это ты уже второй, что ли, трескаешь? Ох, ты шустрилка какой! Ох, какая шустрилка! Мама, бабуля. Бабуля, а ты что мороженое не ешь? По очереди. Ну-ка дайте бабуле мороженое. Ну, покажи мне. Ой, покажи мороженое. Вкусное, что ли? Ну-ка. Да. Ох, ты какое. Она белается. Из белой пластины. Так, что тут написано? Мини-рожки, ассорти.